Детский сад на 220 мест на улице Кирпичной в Ярославле распахнет свои двери в конце декабря. Комиссионная проверка во главе с мэром Владимиром Волковым сегодня посетила стройплощадку. Градоначальник отметил, что подрядчик ведет работы активно как в начале стройки, так и на данном этапе. Уже возведены 3 этажа, перегородки, монтируют стеклопакеты и уже завтра планируют приступить к укладке кровли. Штукатурные работы у нас сейчас тоже на следующей неделе уже должны пойти. Вот. Электрика идет у нас, работа. Так, ну, в принципе, все идет у нас по графику. Параллельно утепляют фасад и ведут сантехнические работы. Строительство началось с марта этого года. Детский сад во Фрунзенском районе возводится в рамках национального проекта «Демография». Градоначальник положительно оценил ход строительства дошкольного учреждения. Это его уже 3-й визит на объект. Это мегаответственное мероприятие. И, конечно же, важно, еще раз мы всегда говорим, чтобы соблюдалось 2 условия. Это качество и сроки выполнения работ. Дмитрий Юрьевич Миронов, губернатор, эту ситуацию по каждому из проектов национальных держит на контроле. Мы будем доводить объект до конца и еще раз сделаем все для того, чтобы в новом году дети пошли уже в этот новый сад.